Вітаю, мене звати Ярослав Заблоцький і це моя програма «Як я став». Програма, на яку ми запрошуємо українських бізнесменів, людей, які самі себе зробили, таких собі self-made. Сьогодні нашим гостем є Андрій Здисенко, президент корпорації «Біосфера». Вітаю вас, пане Андрію. Добрий день. Андрій Здисенко, президент корпорації «Біосфера», лідера з виробництва продукції для догляду за домівкою та особистої гігієни. Також є власником мережі ресторанів «Віпіано» в Україні та засновником «Харізма Фешн Груп». Як би ви відповіли на запитання, хто такий Андрій Здисенко? В першу чергу, я Андрій Здисенко. Я женат, отець двоих замечательних дітей. Я бізнесмен, у мене три бізнес-направлення, корпорація «Біосфера», «Харизма Фэшн Групп» и сеть ресторанов «Вапиано». Я увлеченный жизнью человек, я обожаю спорт, я обожаю музыку, я играю на гитаре, я люблю путешествовать, люблю реализовываться не только в бизнес-сфере. Пожалуй, вкратце. Успешен, нацелен на успех, пожалуй, так. Давайте спробуємо знайти причини, звідки це все у вас взялося. Скажіть, будь ласка, хто ваші батьки, де ви народились і що вони вам такого прищепили, що ви от успішен, красив, молодой? Звідки це все? Спасибо. Мой отец, он проработал и отдал всю жизнь обороноспособности Украины. Он прошел путь от клепальщика до главного экономиста Южного машиностроительного завода, который был и является лидером в аэрокосмической области и создавал ракеты, которые в свое время делали щит. Моя мама тоже отдала этому заводу всю жизнь. Они вместе работали в разных отделах. Вот. И я вырос в среде, где отец всю жизнь играл. Играл на гитаре, было много друзей, он увлекался спортом, он ушел 25 декабря, вот, но оставил огромное наследие в виде своих песен и вложил меня очень много. Пожалуй, если говорить о том, что меня сумело сформировать как лидера, ведь часто говорят о том, что менеджер на сцене, вот, это гитара. Он очень увлекался гитарой, непрофессионально. Вот он мечтал, чтобы я с ним играл вместе. Да? И с 11 лет я стал заниматься гитарой. И играли вместе? Играли вместе, да. Мне хотелось играть в футбол, мне хотелось бегать во дворе, но мне нужно было идти на занятия. Я это не очень ценил в то время. Но по прошествии жизни гитара – это мой просто невероятный инструмент создания себя, лидерства, общения. Яку профессию вы выбрали? Я, насколько разумею, она была как раз не по напрямку гитары. Нет, я прекрасно знал, когда учился о том, что я не буду гитаристом. Мое призвание, как я тогда понимал, это организовывать людей. Я мечтал быть аквалангистом и вместе с Жаком Ивом Кусто покорять водные глубины, открывать неизвестные пространства. То есть вот я видел себя в этом. Понятия «бизнес» на тот момент не было, ориентиров для молодого человека не было. Вот. Поэтому после школы, вот путем нескольких итераций, так получилось о том, что я попал на физико-математический факультет по специальности экспериментальная физика, биофизика, Днепропетровский государственный университет. Ця приставка «био», вона таке враження заходила за вами самого дитинства. Да, вы очень точно уловили о том, что биосфера, био, вот, пожалуй, да. Пожалуй, в этом где-то было заложено это. Тем не менее, я читал ваше интервью, что уже в 92-му, в 93-му році вы начали ездить в Россию, в Москву, здається, купляти снікерси, да. Жувальну гумку «Стіморол» и привозить ее в Дніпропетровск продавать. Где взялась у вас эта бизнес-жилка у людини, яка фактично займалася точными науками? Это был последний курс университета. Это, пожалуй, я закончил уже университет, вот, и встал вопрос о том, что как-то нужно было зарабатывать, да, то есть наука на тот момент была в очень сложной ситуации, страна разваливалась, и нужно было что-то делать, да, и вот здесь моя предпринимательская жилка дала о себе знать. Вообще-то, если так честно говорить, первые деньги на коммерции я заработал, продав несколько пиджаков.
Якщо пройти цей невеличкий шлях от, від жувальної гумки, від медичні препарати, здається, ви продавали потім з товаришем, да? Коли ви от, в 97-му, ви, здається, організували компанію «Біосфера»? Як направлення, як ідея средства гігієни, це сформувалося в 97-му. Все через кризис. Это выглядело так, что Господь закрывает передо мной двери одни и каким-то образом высвобождает для меня путь для того, чтобы двигаться да, дальше. Я в какой-то момент услышал от нескольких людей о том, что есть вот женские прокладки Белла, они очень успешны на рынке, их не хватает. Я как-то это вроде бы пропустил мимо ушей. Потом еще какая-то информация, еще. Я подумал о том, что да, мы не способны конкурировать в фармацевтической отрасли, когда закрылись большое количество маленьких аптечных киосков, а наша компания как дистрибуционный оператор была невелика, ми не зможемо конкурувати. Ви просто продавали, ви привозили. Да, да? Да. Тобто виробництва ще не було. У нас було 5-7 аптечних кіосків. Да? Тобто, вот, це був дуже маленький масштаб. Я зрозумів о том, що нужно искать свою нишу. Мы не можем конкурировать с монстрами, которые уже имели многолетний опыт, прямой импорт. И у меня возникла идея, почему бы не создать межаптечный центр детской и женской гигиены, в котором бы мы сконцентрировали, как дистрибьютор в своих руках, ключевые бренды Pampers, Huggies, Libero, Котекс, которая на тот момент, эта культура только приходила, и не стать специализированной компанией. І ми такою компанією стали, возникла ідея «Біосфера». А до виробництва ви як прийшли? Коли прийшла ідея, що потрібно це виробляти в Україні? Це следующий еволюційний шаг. Я чітко розумів, хорошо, ми зараз імпортери средств гігієни, працюємо з міжнародними компаніями, але далі вони будуть працювати самі. Да? И оступившись, мы будем им не нужны. Но если ты производитель, если у тебя есть сильный бренд, то тебя с этого рынка никто не выкинет, у тебя никто это не заберет. Тебя можно приобрести, тебя, с тобой можно конкурировать. Вот. Но это совершенно другой уровень работы. Вот. Поэтому и первое производство, мы открыли производство женских прокладок в Украине, бренд OnlyU, который потом мои партнеры продали Procter & Gamble. Если вы помните, был такой порошок, он и сейчас есть, Гала, зачем платить больше. В свое время этот проект развивали три моих старших партнера. И корпорация Bayer Химия, и они этот бизнес, Procter, понимая их силу, их амбиции, просто выкупил. Тобто можна сказати, що якщо ви створите хорошу компанію, її теж можуть купити. Тобто це вже такі більш цивілізовані правила гри, як в цілому світі. Безусловно. Вопрос в том, что на сегодняшний момент украинский бизнес, он должен быть привлекателен, и сама страна Украина от ее стабильности, экономической стабильности, политической стабильности и ее там, хорошего состояния зависит от того, будут ли оценены по достоинству наши бизнесы, бизнесы, созданные украинскими собственниками, и за них готовы будут платить. Где вы гроши взяли для того, чтобы открывать производство? Как это, стартовый капитал? Где вы его взяли? Ну, часть капитала у меня осталась при выходе из корпорации. Это Оли. Сколько? Часть? Порядка 50 тысяч долларов. То есть это совершенно... Небогато. Первый набор станков для производства губок и мочалок стоил 25 тысяч долларов. Мы открыли, мы сделали и постепенно начали зарабатывать. Зарабатывать на торговле, то есть бизнес торговли остался. И всю прибыль, которую мы зарабатывали из торговли, мы инвестировали в производство. Вот, 25, 50, второй станок. То есть вы расширялись по совершенно, да. Я, насколько знаю, вы не надто любите запозичення, вы все любите робити на власні кошти. Нет, мы кредитуемся. Мы активно кредитуемся, Биосфера кредитуется. Мы хороший заемщик, надежный заемщик. С нами хотят работать банки. Я считаю, что кредитование – это очень хороший драйвер. Это нормально? Да. Это хороший драйвер. Драйв в том, что если ты позичаешь гроши, все одно треба віддавати. То есть ты зранку прокидаешься, все одно мусишь идти на работу. Я спокойно к этому отношусь, потому что это драйвер нашего развития. Скажите, будь ласка, Андрію, что саме виробляє ваша компания Биосфера? Из тех торговых марок, которые знают наши замечательные домохозяйки, наши женщины, торговая марка Freaking Bock.
Это огромный спектр продукции для чистоты и гигиены нашего дома. Торговая марка Smile – это все виды влажных салфеток детские, взрослые, антибактериальные. Очень большой спектр. Это торговая марка Navita, ватные диски, ватные палочки, все, что женщин позволяет делать красивее и делать это с комфортом, делать это быстро. Вот. Мы очень много продукции производим для частных марок сетей. То есть если вы возьмете этот же мусорный пакет или влажную салфетку, или фольгу и пленку, или пергамент для запекания, и в разных сетях, и будет написана торговая марка сети, то зачастую производитель для этих торговых марок тоже мы. А скажіть, будь ласка, чому у вас у всіх торгових марках іноземні назви? Ви знаєте, про Фрікінбок ми не думали о том, наскільки це название бренд імпортний. Просто для нас Фрікінбок – це така достатньо требовательна домохозяйка. Да? То есть говорим Фрікінбок, сразу вспоминаем образ, сразу вспоминаем мультик, сразу вспоминаются эмоции. Вот, поэтому, в общем-то, наш бренд-лидер. Если говорить о Smile, то, безусловно, можно было назвать улыбка. Вот. Но как-то Smile, так как у нас есть претензии и были претензии работать и на международном рынке, то более универсальное название, которое говорит о лучшей человеческой эмоции, Smile, да? И все сразу понятно. Плюс все-таки международное название в косметических брендах дает больше доверия и больше... На усіх ринках, да? На усіх ринках, на українському в тому числі. Да, да. Ми работаємо на 11 ринках бывшего СНГ. Україна, Росія, Казахстан, Білорусія, Молдавія, Арменія, Азербайджан, Грузія, многие другие страны. І сейчас ми активно работаємо над виходом на страны Восточной Европы. І кругом підійде назва Smile, да? Тобто всі будуть, да, всі будуть Smile, розуміти. Да, вони в Африці Smile. Не потрібно буде змінювати назву. Наскільки я розумію, ринок, в якому ви живете, в якому ми живемо, і продукти, які ви випускаєте, дуже чутливі до зміну курсу долара, до покупельної спроможності наших громадян. Як ви виживаєте от в часи теперішньої кризи? Ну, перше, ми маємо собственне производство. То есть это уже внутренняя наша гривневая составляющая, которая на сегодняшний момент есть. Следующее, мы просто до молекулы сумели поработать над уменьшением расходов на самом производстве. У нас очень большой объем, поэтому расходы, которые кладутся на одну упаковку, они на сегодняшний момент... Это тоже заставило вас думать про эту кризу? Да. Да, но это не только криза, это еще и производство частной марки. Что делают сети? Они объявляют очень жесткие тендеры, где за право производить частную марку борются несколько производителей. Безусловно, играя на понижение, они опускают цену ради того, чтобы дать потребителю низкую цену. И меньше заработать. И больше заработать, да. Безусловно. Вот, то производители, конечно, зачастую работают на грани. Поэтому то есть дуже маленьким прибылком, очень, да? Очень маленькая прибыль. Но при этом торговые сети, безусловно, держат качество на высоком уровне. То есть сказать о том, что вы нам произведите любую низкую цену, но при этом качество не в приоритете, невозможно. А как вы уважаете, вот вы открывали свою компанию в 97-му році, бачите, пережили одну кризу, пережили другу кризу, переживаем зараз все разом с вами наступну кризу. І я так розумію, що кризи вас також роблять кращими і сильнішими. Ви їх любите? Так виглядає. Ми їх любимо, тому що вони відсіюють слабких, безусловно. Вони нас заставляють смотреть вглубь процесу і становитися більш ефективними. Вони нам не дають спати. А варто сьогодні відкривати бізнес будь-який? Чи сьогодні, на вашу думку, є хороші умови для відкриття бізнесу? Я хочу сказати о том, що сейчас, пожалуй, одно з самих непростих периодов нашей украинской экономики с 1997 года. Вот. Но я все равно оптимист по жизни и считаю, что нужно развиваться. Нужно развиваться. Потому что, например, какие плюсы? Большое количество международных компаний свернули свою экспансию. Свернули, значит, пошли. Да. Или отложили свое желание прийти на украинский рынок. То есть на сегодняшний момент это прекрасная возможность именно украинским предпринимателям развиваться в нашей стране. От маленького к большому.
І скільки грошей, на вашу думку, сьогодні потрібно для того, щоб започаткувати свій бізнес? Я вважаю, що $10,000. $10,000 можна починати? Я вважаю, да. Яким чином ви взагалі подумали про ресторани? Ви відкрилися в Дніпропетровську, відкрились у Львові. Мені здається, що у Львові ресторан на кожному кроці. І я от з подивом так поцікавився, куди ходять мої внуки. Виявляється, ваші ресторани в Львові, вони теж ходять. Що ви там такого зробили? Я побачив Вапіано перший раз багато років назад во Франкфурті. Я був поражен. Вапіано – це світова марка? Так, да, це світова. І це ви купили франшизу, чи що це? Ми отримали право франшизи. Ми її купили потім, безусловно. Вот, но мы ее добились. Без всякого опыта в ресторанном бизнесе до этого я со своим партнером добился, и компания Вапиано поверила. В первую очередь мы хотели быть сопричастны успеху Вапиано. Вапиано на сегодняшний момент самая быстро растущая сеть быстрого питания в мире. Она очень успешная. Я был поражен, когда... Но увидел... это в мире. Это в мире. Да. Это в мире. Но мы рассчитывали о том, что она будет такой же успешной и в Украине. Она очень успешна во Львове, очень успешна в Венгрии. На сегодняшний момент Львов является туристической меккой Украины. И, пожалуй, самым большим притягательным центром для внутреннего туризма и внешнего туризма. Это ж сколько речей потрібно зробити, и все це суперечить тому, що ви робите в біосфері. Ви заробляєте зараз на цих ресторанах? Це бізнес? Чи ви доплачуєте із біосфери вашому хобі? Откровенно хочу сказати, що ні один із наших проєктів – це не хобі. И харизма не хобби, и Вапиано не хобби. Чистый бизнес. Мы создавали это как бизнес. Хобби, я люблю путешествовать, на джазовые фестивали. Это заниматься спортом, это хобби. Все остальное, это четкий, жесткий бизнес. Честно хочу сказать, что проектом Вапиано непросто. Київський зарабатує, львовський пока вот, ну, близок, уже близок. Но ми бачимо динаміку, і кожен рік більше. 2 роки. А на фешені теж зарабатує? На фешені теж зарабатує. Непростой бізнес, но любимий. Во мне любовь к моді, к одежде, к мужской одежде. Вот она, я не могу сказать, с какого возраста, но она во мне росла, и в конце концов я сказал о том, что хватит рассказывать своим друзьям о том, что я когда-нибудь этим займусь. Да, я часто говорил, вот я когда-то буду продавать сорочки или буду продавать пиджаки, вот, когда-то это будет. В конце концов, я постучался в дверь торгового дома Van Laak, который является Мерседесом среди сорочек в Европе, и сказал: «Кристиан, я хочу открыть в Украине, в Днепропетровске монобренд твоей марки». Кристиан – удивительный предприниматель, который смог, выкупив уже умирающий бренд Van Laak у концерна BMW, сделать его на сегодняшний момент, по сути, ну, наверное, сорочечным брендом №1 в мире. Вот он спросил: «Хорошо, Андрей, я понимаю, а какой у тебя опыт?» Я говорю: «У меня нет опыта». Это было в 2008 году. Да? Вот. Он говорит: «Ну, это, конечно, все хорошо, но почему тогда я должен тебе доверить свой бренд, которым я горжусь в этом сегменте, человеку без опыта, и открыть где? В Днепропетровске». Вот. И я ему объяснил. А где это? Он испытал? Да, да, он испытал. Но его поразило, удивило, что я первый украинец, которого он видел, который общался свободно на английском языке, который выглядел хорошо, у которого был в глазах энтузиазм, страсть и огонь. И он сказал о том, что: «Хорошо, Андрей, я понимаю, что опыта у тебя нет, но я верю, что ты сможешь разобраться, сделать хорошую команду, и я даю тебе 6 месяцев для того, чтобы ты нашел помещение и открыл магазин». И в исключение всех правил, по которому Кристиан не приезжает на открытие магазинов, если они не находятся в каких-то столицах, мировых столицах моды, он в самый разгар кризиса 2008 года, в ноябре, прилетел лично поддержать мой проект, наш проект, на открытие. И, как он сказал: «Делай, что хочешь», говорит, «я твой козырь». Я видел о том, как предприниматель, крупный предприниматель, может и способен поддержать меня, небольшого предпринимателя, развить проект и его энтузиазм. Все-таки вот энтузиазм и вогонь в очах, він багато що дає. Да. Да? Тобто, да. Ну, я маю такий самий досвід, коли мені повірили і дали обладнання вартістю в мільйон, просто так.
Все в нас. Да, все в нас. Люди вовлекаються в людей. Тобто ми відчуваємо людей, які щось хочуть. Да. Харизма. А откуда у вас оцей такий англійський? От він що у вас від народження? Ні, ви знаєте, чи ви... я почав вчити англійський в 35 років. Да ладно. Да. И я в 35. Начал учиться, и благодаря замечательному преподавателю Наталье Тарасовой, которая вложила, инвестировала, прожила со мной эти 2 года в обучении, я способен говорить, я общаюсь. И тоже цель, которую я себе поставил, о том, что в каждой стране мира, известной, да, крупной, я бы хотел иметь друга, которым бы я был интересен, с которым я способен говорить не только о бизнесе, а именно раскрыть себя, свой характер, идеи, и тем самым стать человеком мира. Я хочу сказать о том, что на сегодняшний момент в 7 странах такие друзья у меня есть. Это не наши соотечественники, это местные жители. И у Биосферы, у Харизмы и у Вапиана порядка 150 партнеров-поставщиков. Вапиана 100% коммуникация на английском языке. Все конвеншн приходят на английском языке. Мы общаемся, мы дружим, мы кайфуем вместе. 50 поставщиков-производителей одежды и обуви в Харизме и 100 в Биосфере. Можно сказать молодым людям, что если у них немає знань англійської, то у них немає майбутнього? Я можу сказати о тому, що воно дуже ограничено. Дуже багатьох наших телеглядачів цікавить питання, а от хто дружина у Андрія Здесенко? Він такий красивий, молодіжний, юний, можна сказати, харизматичний. Де ви познайомилися з вашою дружиною, чим вона займається? Моя супруга, якщо говорити тобі в основних заняттях, це сім'я, дети, образование детей, поддержание нашего хозяйства и дома в таком ресурсном состоянии и благотворительность. У нее несколько проектов, которые она ведет. Она помогает и детским домам, и помогает еще по нескольким направлениям. У вас 2 детей, и ними больше занимается дружина, чем занимаетесь? Да. У вас сын и донька? Да. Син 14, дочки буде 11. Вона більше займається дітьми? Да. А ким будуть ваші діти, як ви думаєте? Ви знаєте, я буду щаслив, якщо і Андрій, і Маша знайдуть себе в цій житті в проявленнях. Пусть це буде мода, пусть це буде фотографія, пусть це буде IT-сфера, кулінарія. Я не знаю. Я думаю, що тільки ваш приклад дає їм дуже широкий вибір. Да, це достатньо широкий фокус. Откровенно хочу сказати, що і Вапіана, і Харизма, где-то, може бути, небольшая часть була і в тому, що... Да, Биосфера – крупный, серьезный бизнес, там скорее менеджмент, да. Ну вот дочка, возможно, выберет фэшн и будет продолжать, там сын, там. Ну то есть, безусловно, где-то на подсознательном уровне эти бизнесы были созданы для того, чтобы и была возможность у детей выбирать, но скажу честно и откровенно, да, я до сих пор продолжаю гореть, быть одержимым и реализовываться во всех своих направлениях. Тем больше. И в Биосфере, и в фэшн вы видели. Я это відчуваю на мои программы, стил, да. Мои программы, которые, это чистой воды авантюра, это новый опыт. 35 интервью с ключевыми людьми мужской моды во Флоренции, в Милане, 10 интервью на выставке автомобилей в Женеве, да, то есть это вот страсть и любовь, которую я хочу поделиться, безусловно, бизнес, которым я хочу делиться, развивать культуру стиля, развивать ресторанный бизнес, развивать биосферу. Але давайте поговоримо зараз на завершення, які все-таки поради від Андрія Здесенка, ну, наприклад, 3, можна було би дати українцям. Чи збирати чемодани, їхати за кордон, вчити мову, їхати за кордон, відкривати бізнес, позичати гроші. Як би ви порадили? Я хочу пожелать, в первую очередь, верить в себя, верить в свою страну. Это не слова. Мы реализовали здесь самые свои яркие проекты, и это стало колыбелью для нашего бизнеса. Украина имеет 45 миллионов человек, потребителей. Это во много раз больше, чем многие страны Европы. Возможностей огромное количество. Рынок еще не заполнен. Да, непростая экономическая ситуация, но она тоже дает те возможности, о которых я говорил.
находите ниши. В Украине еще очень много свободных возможностей, которые можно реализовать. Учите язык. Обязательно, потому что язык вам поможет найти партнеров, увидеть мир, подсмотреть идею, сделать здесь проект, но реализовывать его за рубежом. Обязательно учите язык, возможно, и несколько языков. Путешествуйте, смотрите, вкладывайте деньги в свое образование. Я не перестаю учиться, и несмотря на большое количество достигнутого за свою жизнь, я продолжаю исповедовать подход студента. То есть дивіться на Андрія з Десенко і робіть, як він. И будьте лидерами для своих людей, не бойтесь за собой вести, потому что одному в этой жизни и в бизнесе неимоверно сложно. Если вы не консультант, если вы не ваша уникальность не вам самом, вам нужны люди, то умейте их объединять, заряжать, реализовываясь через них. Пожалуй, дякую вам. Так. Дякую вам, Андрію. Пані і панове, робіть свої висновки. З вами був Ярослав Заблоцький. Побачимось рівно за тиждень.